Так сегодня вышел на российский рынок вот такой проект Tronfighter, который является практически аналогом Tron Thunder, то есть тот был Tron Гром, этот Tron Отец. Я, естественно, попробовал, сразу зарегистрировался, открыл первый пакет себе, о пакетах мы поговорим чуть позже, и увидел, что идут начисления. Давайте чуть-чуть поговорим о пакетах, которые они есть, которые здесь есть. Потом покажу вам свой кабинет уже, какие начисления получил, меньше, чем за 12 часов. Итак, значит, здесь 4 пакета. За 100 трон можно войти, за 500 трон, за 1000 трон и за 2000 трон. Итак, чем они отличаются? Я зашел сначала, естественно, пробовать на 100 трон. Причем можно пакеты увеличивать, повышать там заработка или просто потом пополнить. Так, первый пакет 100 трон, что нам дает? Вот мы покупаем за 100 трон и получаем абсолютно бесплатно на 10 уровней вверх и на 10 уровней вниз партнеров, с которых будем получать по 1% начислений. Второй пакет у нас на 500 трон. И вы получаете активных партнеров 15 сверху и 15 снизу. Третий пакет за 1000 трон. И получаем 20 партнеров сверху, 20 снизу. И четвертый пакет за 2000 трон. Это максимальный пакет. И мы получаем 25 партнеров сверху и 25 снизу. То есть здесь мы получаем 50 партнеров, здесь 40 на третьем пакете, на втором 30 и на первом 20. Я зашел, естественно, для пробы на 100 трон, что это такое, посмотреть, буквально вчера вечером. И вот смотрим, уже прибыль составляет 61.55. Сейчас я, да, минимум к выводу 100 трон, так же, как и в Tron Thunder. Сейчас обновлю, может быть, еще что-то уже пришло. 61.55. Запоминаем. Вхожу в свой личный кабинет. Так, подождем чуть-чуть. Так, смотрим, было 61.55, вот уже начислен еще один трон, 62.55. Я буду увеличивать свой пакет, естественно, покажу, как это будет происходить, как это будет делаться. Рекомендую заходить на старте, вот видите, моя подписка 100 трон. И как раз, когда я зарегистрировался, сейчас 13, это... Сейчас 13 ночи. Так, друзья, рекомендую всем. Заходите, зарабатывайте. Сами помните, что в Громтроне, кто первый зашел, тот заработал очень неплохие деньги. Так, удачи, всего доброго, успехов в бизнесе.